Хаюшки всем, с вами Эдитор Марго. Как и обещалось, после топа про 10 кунов мы создали топ про 10 тян. Давайте приступим. Предупреждение. Топ составлен только по мнению авторов и не является единогласно правильным. То есть мы представляем вам топ 10 аниме-девушек, которые, по нашему мнению, достойны чести. Не забывайте, наше мнение может отличаться от вашего. Открывая десятку, няшная принцесска Николи Мерсье из аниме «Мир по-прежнему красив». Умная, симпатичная, добрая и нереально веселая принцесса страны дождя. Обладает стойким, но при этом весьма спокойным характером. Любит петь и любоваться цветами. При помощи своих песен может призывать дожди, бури и грозы. Также может управлять ветром. На протяжении всего аниме она будет попадать в различные передряги и частенько проливать слезы. Но после трудностей ее ждет спокойная и наполненная светом жизнь. Всеми любимая и обожаемая Миса Амана, или же второй Кира из аниме «Тетрадь смерти» попала к нам в топ. Дивная красавица, любимая фанатами модель, да еще и помощница Киры с глазами бога смерти в одном флаконе. Лично мне этот персонаж очень нравится. Милая личика, няшная прическа, смешной характер и довольно кавайные костюмчики прибавляют ей шарма, а женская наивность делает ее популярной среди особей мужского пола. Восьмое место занимает Рима Тоя из великолепного аниме «Рыцарь-вампир». Родилась и выросла Рима в семье аристократов. С детства дружит с Шики Сенри, работает моделью и очень любит вкусняшки. Тоя воспитывалась без строгих ограничений, но с присущей аристократам идеологией превосходства над другими, вследствие чего ее разум слегка переполнен фразами о вампирской гордости и чести. На седьмом месте расположилась Рико Альда из аниме «Баскетбол Куроко». Является тренером команды старшей школы Сейрин. Всегда хладнокровно оценивает происходящее. Возможно, благодаря ей особым тренировкам команда смогла стать лучше на втором году своего существования. Но какой бы идеальной она ни казалась, и у нее присутствуют кое-какие недостатки. Не умеет наш тренер готовить, поэтому спортсмены частенько страдают расстройством желудка от ее стрепни. Ну что ж, пожелаем ей удачи в совершенствовании навыков готовки. Шестое место получает Мисаки Айдзава из аниме «Президент соцсовета горничная». Уже довольно многие знают и обожают эту девушку, а ведь есть за что. Как можно не любить умную, красивую и совершенно индивидуальную президентшу, которая терпеть не может мужиков? Да, звучало как сарказм, но все же это правда. Тем более на пару с красавчиком из прошлого топа. Да-да, мы сейчас про Усую речь ведем. Но все же, давайте перейдем именно к Мисе Тян. Очень ответственная, никогда не позволит обижать девушек и всегда защитит их, так как больше некому. Ведет себя сдержанно, но в то же время очень забавно. Пятерку лидеров открывает Киришима Тока из аниме «Токийский гуль». Жестокое аниме с жестокими персонажами, и наша Тока не исключение. Может прихлопнуть кого и где угодно, но вместе с этим она хочет жить, как и обычные люди. Старается изо всех сил. Прилежно учится, работает и рвется к своей мечте, несмотря на множество трудностей. Собственно, за свои старания и получает пятое место. На четвертое место мы определили Хиёри Ики из аниме «Бездомный бог». Добрая, сильная и очень рассудительная милашка, которая на протяжении всего аниме только и делала, что ругала балбеса Ята. Готова приезжаться на помощь, забыв напрочь, что делала важные и неотложные дела. Всегда помогает главным героям и также радует глаза за просмотром данного аниме. Тройку лидеров открывает Широюки из аниме «Красноволосая принцесса Белоснежка». Умная, красивая и рвущаяся к новым знаниям девушка, работающая лекарем. Думаю, многие знают, что Шариюки готова целыми днями торчать в лесах, оранжереях, лишь бы вырастить или посадить что-то новое.
Растения и медицина в ее жизни играют по-настоящему большую роль, и это хорошо. Именно это придает Широюке огромный жирный плюсик, ведь достигнув одного, нельзя останавливаться, нужно непрерывно двигаться вперед, как это делает принцесса Белоснежка. Второе место займет Курияма Мирай из аниме «За гранью». Курияма – одна из воинов призрачного мира с довольно редкими способностями управлять кровью. В бою демонстрирует великолепные магические навыки. Однако в повседневной жизни ее способности оставляют желать лучшего. Ее способность управлять кровью редка даже для мира духов, ее обладатели сторонятся. Поэтому Курияма мечтает стать совершенно обычной девушкой. Ну и первое место займет юный остеолог Сакурака Куджа из аниме «Кости, зарытые под ногами Сакурака». Признаться честно, я люблю детективы. Я люблю замкнутых в себе персонажей, но Сакурака выделяется больше кого бы то ни было. Она умная, по большей доле очень странная, и я бы даже сказала необычная. Любое дело, убийство, самоубийство или случайная прогулка, обернувшаяся смертью, не станет помехой для нее. Взглянув лишь на кости человека, Сакурака может выдать все о их владельце. Как она сама говорит, кости человека нереально информативны, и в случае надобности расскажет все о их владельце. Как жил, как дышал и как впоследствии умер. Ну что ж, на этом топ подходит к концу. Если вам понравилось, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и оставляйте свои комментарии. С вами была Эдитор Марго. Всем кавая, сайонара!